Всем привет! Меня зовут Катя, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я снимаю влог! Да, потому что сегодня у меня день рождения, и я думаю, будет интересно. Сейчас уже утро, точнее 7:45, вот, и я пойду в школу. Да. Увидимся позже! Домой. Вот. Школа закончилась. Я не знаю, видно или нет, но вроде видно. Собственно говоря, сейчас иду дома, а потом пойду на свой день рождения. Ура! Еще идет дождь. Буду купаться. Мне все мешают. Идем. Я не пытаюсь ездить в Лондон. Меня не видно. Вот я уже на свой день рождения. Я тут вообще вся при запасах, так скажем. Здесь штатив. Тут другая камера. На спине рюкзак с моими прибамбасами. Да. Вот и сейчас я бегу, потому что должна прийти всех раньше. Но я же именинница, правильно? Кто-то другой. Поэтому вот. Идем. Ладно, встретимся позже. Скажите, пожалуйста, так выглядит нормально? Я думаю, да. Вся кул. Классно. Я еще не иду. Нас дождь льет. Я такая, как фотограф. Ну да, видеоблогер это есть, фотограф, видеомейкер. Ладно, там машина едет. Я к чему веду? Я имею в виду, что вот видеоблогер, да, он выполняется сам, он снимает сам. У него своя аппаратура. Затем он монтируется сам. Да, там эффекты, ну, понял, что такое монтаж. А вот именно когда снимается фильм, один человек оператор, другой режиссер, там этот же монтажер, причем не один. Ну там понятно, что фильм они не по 10 минут, правильно? Там часовые, полуторачасовые, да? Но все равно. Вообще я рада, что я стала видеоблогером, потому что, ну, сейчас как этого бы не было, потому что я несу штатив, несу камеру, я не знаю, закрываю динамику или нет, но если да, то все классно. Вот. У меня две камеры. Потом зарядки, ничего не съела. Собственно говоря, да. Идем. Ну, я почти пришла, собственно говоря. Зачем я говорю такое, собственно говоря? Я почти пришла. Вот я уже пришла, смотрите, как уже место на место. Конечно, погода не радует, но все же. Можно капюшон снять? Фуф. Заходим в кафе. А, у меня камера мокнет, блин. Ладно, идем. Точно идет такая? Телефон это не видит, посмотри. Потеряла лямку. Это я скрытила. Помнишь, как мы заходили на мое дни рождения?
Знакомые люди, это Алина, мы ее еще ни разу не видели. Все. Так, мы не всех видели. Пикник там был. А я была самым первым видео. И Настя была. Да. Так, промелькала. Thank you.
Thank you.
как дела? Хорошо. Хорошо.
поели пиццы, картошки фри, наггетсы. Все было круто. Мы были много подарков, когда мы ходили. Идем, сначала выйдет это, потом идем подарка. Вот. Я уже и дома. Мой день рождения закончился. Все было очень классно. Всем большое спасибо за поздравления, за подарки. Мне очень приятно. Это очень мило. Подарки вообще неожиданные. И это еще более приятно. Внезапные сюрпризы. Вот. И еще у меня сюрприз дома был, когда я проснулась. Сейчас я вам его покажу. И да, ребята, любите всякие праздники, радуйтесь каждому моменту, ведь ваш день рождения только раз в году, и это достойно внимания вашей улыбки. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!